в нашем замечательном музейно-выставочном комплексе. Всем добрый день еще раз. Рада вас приветствовать в нашем музейно-выставочном комплексе. Спасибо, что пришли к нам сегодня в этот прекрасный солнечный день. Спасибо огромное. Давайте друг другу поаплодируем. Тем самым мы немножечко зарядимся позитивом. У нас сегодня прекрасный мастер-класс. Мы с вами будем делать вот такие прекрасные футболки, тематические, к 75-летию нашей Великой Победы. У вас на столах у всех есть заготовочки, футболочки, у вас есть все, что необходимо. Мы сейчас вам расскажем и покажем, что мы будем делать пошагово. Поэтому, друзья, пожалуйста, не переживайте, не стесняйтесь. Какие-то вопросы задавайте, только поднимайте ручку, чтобы это было у нас не превратилось в хаос. Поэтому давайте друг друга будем уважать, друг другу помогать. Давайте знакомиться, друзья. Внимание! Как меня слышно? Поднимите руку и те, кто меня слышит. Отлично. Я просто вижу, что многие уже приступили, а у нас еще мастер-класс не начался, друзья. Мы вам все расскажем пошагово. У кого чего не хватает, тоже спросим. Меня зовут Мария. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь, помогу, чем смогу. У нас сегодня замечательный специалист, мастер декоративно-прикладного творчества. Давайте поприветствуем Наталью. Вот сейчас Наталья как раз-таки вас и научит декорировать эти прекрасные футболочки, пошагово все расскажет. Сейчас нас просят, у всех ли всего хватает, друзья. Потом скажет, что мы уже делаем. Хорошо? Пожалуйста. Наталья, окраску еще не давали нам? Здравствуйте, дорогие участники. Что еще раз? Прищепки. Прищепки. Нет, не прищепки. На самом деле я могу сказать так, о том, что у нас прищепки это больше опция для детей. Взрослые, я думаю, вполне спокойно могут справиться. И ну, без прищепки, вот, как бы это не очень принципиальная, так скажем, задача. Вот, просто обычно трафарет ездит, например, у деток, а вам, я думаю, будет просто достаточно одной рукой его немножко придержать, а вот другой уже спонжиком как раз краску проманит. Ну что ж, давайте начинать. Я вижу, что у нас уже практически все справились с тем, чтобы вовнутрь наших футболок поместить специальную подложку. Вот, все уже выбрали трафаретики, у всех одеты фарточки, у всех одеты нарукавники и перчатки. Очень важный момент, хочу вам проговорить по поводу техники безопасности. Мы с вами работаем с акриловой краской. Акриловая краска от одежды не отстирывается. Поэтому, если она у вас куда-то капнет или попадет, это либо сразу моментально мешает замывать, либо можете, в принципе, смириться с тем, что у вас будет очень новый такой дизайнерский вид вашей вещи. Поэтому работайте, пожалуйста, аккуратно. Следите за тем, чтобы вы локтем в вашу тарелочку с краской не попали, потому что это вот одни из самых таких опасных мест, которые могут спачкаться. По поводу того, как мы с вами будем сейчас работать. У вас у всех есть на столах вот такие спонжики. У всех, да, есть? И мы с вами вот этими спонжиками будем переносить краску. Мы сейчас с Андреем пройдем краску всю, расставим также в хаотичном порядке. Поэтому сильно не пугайтесь, если напротив вас не будет нужного вам цвета. Вы всегда можете попросить соседа, чтобы вам эту краску передали. Помним о том, что у нас на столах все общее, мы всем делимся. Вот. И по поводу того, как мы с вами будем наносить краску на нашу футболку. Очень важный момент. Наносим мягкой стороной и наносим именно промакивающими движениями. То есть не надо именно водить по ткани спонжиком, а нужно именно промакивать. Таким образом у вас краска будет распределяться равномерно, трафарет у вас нигде не будет ездить по ткани, и у вас получится ровный четкий рисунок. Вот, тогда, ну, я думаю, сейчас как раз Андрей уже начинает раздавать красочку, я сейчас к нему присоединюсь. Красочку, убедительная просьба, наливаем на тарелочку, как зубную пасту на зубную щетку. Немножко. Цвета можно выбрать абсолютно любые, сколько угодно. У нас с вами трафареты можно выполнять даже, знаете, по цвету радуги. То есть, главное выбирать именно те цвета, которые между собой смешиваются. То есть, у вас соприкасаться не должен, например, красный и зеленый, потому что красный и зеленый при смешивании дает коричневый. Вам вот этот переход не очень будет. Поэтому, например, желтый Желтый с зеленым можно смешать. Можно смешать желтый с синим. У вас, когда переходит, как раз получится серединка зелененький. Вот. Просто главное именно вот не делать, так скажем, именно те цвета по смешиванию, которые у нас не сочетаются. Поднимите руки, у кого есть мобильные телефоны. Мобильные телефоны есть у всех, но руки никто не поднимает. Отлично, отлично. Да, руки заняты, поднимают только глаза. Дорогие друзья, я просто хочу сказать о том, что такие замечательные мастер-классы проходят регулярно. И для того, чтобы о них узнали многие, нужно просто с вами делиться, да, фотографиями с нашими друзьями, знакомыми, выкладывать фотографии в социальные сети. Поэтому у меня огромная просьба, фотографируйтесь, снимайте видео, выкладывайте, скажите, как Химки интересно жить. Отправляйте своим друзьям в таком группе. В конце мы обязательно подведем итоги и посмотрим, кто у нас самый активный. Можно фотографироваться, делать селфи, делать фотографии своих работ. И, конечно же, мы подведем итоги. Огромная просьба фотографироваться в течение всего нашего мастер-класса. Ну, а я сделаю уже фотографию вашу, потому что я знаю, как вы в процессе. Сейчас вот такая фотография вам, которую мы создали сегодня в рамках нашего мастер-класса. Все получите новую чуть-чуть. газеты и так далее. Ну, а скажите мне, пожалуйста, кто знает, где же все-таки брать информацию о мастер-классах? Какие есть варианты, можно прям выкрикивать? Отлично, отлично, супер. Многие уже знают, да, что есть у нас газета, которая называется «Химки в новости». Там есть отдельная вкладка в газете, в которой размещаются все мероприятия на ближайшие дни. Это очень удобно, кто любит читать газеты. Конечно же, для более продвинутых пользователей у нас есть сайт, который называется «Химки.ру». И, конечно же, еще есть замечательные различные социальные сети. Есть у нас группы в Телеграме, которая называется «Химки Лайв». И, конечно же, во всех территориальных управлениях. Даже у нас есть группа, наша музейная арт-шоп, тоже может вас добавить. Всегда анонсируют наши мероприятия, которые проходят в музейном комплексе. Ну и, конечно же, мне хочется сказать о том, что, друзья, еще минуточку внимания. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете, что им интересно жить, это не только посещать мастер-классы, а также вы можете и проводить мастер-классы. Кто знает? Что, сложно было? Пару слов. Проходите, пожалуйста, друзья, все-все-все, дети, мальчики, девочки, взрослые, проходите, пожалуйста. Позовите нашего волонтера нового, а то без него вообще фотографии не получится.